приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма. Штурма нет. Мы видим с вами, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Вот другого пока сказать нечего. Оружие это обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену. Они уже это делают, платят большую цену. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день.